момент получения мяча левая нога игрока под номером 10 является опорной. Затем он, держа мяч в руках, отрывает ее и снова ставит на паркет. Пробежка. Левая нога игрока под номером 22 в момент получения мяча становится опорной. Затем он делает напрыжку и забивает мяч сверху. Легальное игровое действие. Игрок номер 22 заканчивает ведение и совершает движение, предшествующее броску по кольцу. Происходит контакт. Это фол в процессе броска. При получении мяча левая нога игрока под номером 35 является опорной. Он отрывает ее одновременно с выпуском мяча из рук. Легальное игровое действие. Игрок номер 30 защиты является ответственным за контакт, так как во время контакта находится в движении. В то же время игрок номер 14, защищающийся команды, совершает контакт на нападающем. В данной ситуации центральный арбитр должен контролировать игровой момент, но он находится в неправильной позиции. Необходимо зафиксировать фол. Левая нога нападающего при получении становится опорной. Затем он опускает на паркет правую ногу и совершает бросок. Легальное игровое действие.